Поздравления принимает Писарук Вячеслав Иванович из города Новогрудка. Дорогого Вячеслава Ивановича с 60-летием поздравляют теща, тесть, швагерка Анна и племянник Михаил. У тебя сегодня день рождения и при этом юбилей. Так прими же поздравления от родных тебе людей. Будь же счастлива, здорова, каждый день и каждый год. Пусть жизнь твоя в труде продлится, пусть бодрость духа сохранится, пусть стороной пройдет беда, пусть в твои двери не стучатся болезнь и старость никогда. Час утрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он: куда девать тестостерон? Готов любимый каждый час последний отдавать запас, но вновь не иссякает он. Есть еще порох в пороховницах, есть еще ягоды в ягодицах, есть еще сила, и не скосила старого бойца. Есть еще порох, так постреляем, есть еще деньги, так погуляем, есть еще песни, так допоем их до конца. Друзья давно уж унялись, на даче садом занялись. Я один такой непойманный налим, как прежде непоколебим. Я так скажу вам, мужики, сдаваться, что это не с руки. Давай, как прежде, я и ты, пивные втянем животы и вверх всплывем со дна реки.